Маховая 29. ООБК. ООБК. У вас там не надо. Простите. Что тебе надо, дед? Кашляй в другую сторону. Не купите солнцезащитные очки за 300 рублей. Ты что, дед, ты что, обалдел? Ты бизнесмен хренов. А что такое? Не, ну вообще-то зима на улице, не в курсе. Какие тут могут быть солнцезащитные очки? Ты что? Тем более такие. В этом ООБК, видать, такие же бизнесмены, как и ты, да? А почему вы так решили? А потому что я коллектор. Знаешь, что это такое? Знаю. Они часто сюда ходят. Коллектор – это тот, кто собирает чужие долги. От английского слова «коллекты» – собирать. Да? Нет. Коллектор – это от русского слова «калека». Или ты отдал долги, или ты калека. Ну, посмотрим, что там за БК. А очки-то купите? Да пошел ты, что ты. Ну, здравствуйте, БК. Раз, два, три, четыре. Дедушка, а что ж ты? Ой, слушай, забыл сказать. БК, это же от слов «боксерский клуб». Спасибо. Мне уже объяснили. Кстати, солнцезащитные очки. 700 рублей. Так было ж 300. Инфляция. О, у меня только 1000. Так ты вернись, ребята разменяют. Сдачи не надо. Ну вот, а ты говорил, зима. Кому они нужны, эти очки? Да они здесь просто разлетаются. А как же в них это...